Мне тут камни не дают пройти. Сейчас. Секундочку. А, так. Команда наша наконец-то первый трофей поймала. Во, какая дура. Сейчас, вот, снимаю. Вот. Я дам фото. Супер аппарат. Обожаю почему-то ручной мясорубкой все делать. Вот электрические. У меня не прижились, хотя они бывают. Ну, это вот хищник, который вы помните с наших путешествий, за которыми мы гонялись и все-таки нашли место, где они выбрасываются за блеснами на берег. Четыре руки тут. Обучаем тонкостям кулинарии молодое поколение. Хотя уже тут молодое поколение фору даст дедам. Ага. А нормально дальше. Идет. Лука пока хватит. Во. А ну это вот четвертинку еще напопало. Ага. И хлеба надо, две корочки белого. Без него ж никак. Другим. Красавица. Щучка с горных рек. Фаршик посоленый, поперченный. Осталось его на сковородку раздел. Сковородочка запущена, масло налито. Ждут старта. Поехали. Чуть-чуть можно эту середку пустую оставить. Ага, вот так. Нормально. Хорошая рыбка наша. С одной щуки такая вот радость. Еще голова там на уху осталась. Была корочка, как надо. Не только вкусная эстетика, конечно, вид. Щука рыба худая, не жирная, поэтому масла мало не бывает в щучьих котлетах.
Какая красота, да, не правда ли? Аппетитная красота. Две картошки ушло в гарнир, а две все равно осталось. Но это не страшно. Это уже доходит вторая партия. Действительно, какие рыбные котлеты без картошки. Обожаю жареную картошку именно в этом рыбном приятном масле. Все добру пропадать. А так две картошки дожарил, тем более сковородка большая. И уже деликатес. Осталось зелень сюда зарядить чуть-чуть. И будет все великолепно. Дальний Восток. Это, как говорится, прибыль с наших дальних путешествий. Вот сейчас вспоминаем. Кто не понял, про что разговор, откуда взялась рыба, это смотрите. Штормовая робинзонада Амура. Все серии на Бусти. И в том числе та, где мы ловим этих бешеных щук сумасшедших, огромных. Картошка без зелени — это отсутствие умения ее готовить называется, поэтому обязательно. Вот даже среди речек еще такого нового огорода. И дело идет к тине. Пора доставать. На стол. Эх, была бы жива мама, порадовалась бы. Какой у него внук хозяйственный повар. Балует меня. Вот такие котлеты щучьи по-дальневосточному. Ну и вот долгожданный финал сюжета, господа хорошие. Не все ж нам заниматься железяками нашими. Когда-то надо и заниматься чем-то другим, поэтому садимся обедать.